Привет, меня зовут Кирилл Рыбасов, я президент компании Мультифинанс. В этом видео я расскажу тебе причину, почему необходимо установить в своей компании CRM-систему. Ну, поехали. В общем, у нас времени много, будем ехать и об этом это обсуждать. Итак, CRM-система. Что это такое? Это система управления взаимоотношениями с клиентами. Первая причина и основная причина, почему нам нужно установить CRM-систему своей компании, это, конечно, увеличение количества новых клиентов. То есть, казалось бы, вы сейчас или ты сейчас скажешь мне: Кирилл, но ведь увеличение новых клиентов достигается за счет рекламы. Увеличиваем количество рекламы, увеличиваем, соответственно, новых клиентов. Да, совершенно верно. Но на самом деле реклама влияет не на клиентов, не на увеличение количества клиентов. Реклама влияет на количество потенциальных клиентов, или реклама влияет на количество трафика, который попадает тебе на сайт или на твой телефон. А вот CRM-система, ну и плюс другие еще факторы, влияют на то, как ты этот трафик сможешь конвертировать и превратить его уже в новых клиентов. Ну, например, ты внедряешь в свою CRM-систему такую штуку. Как только человек устанавливает, а точнее оставляет заявку на своем сайте, сразу в течение 30 секунд ему идет автоматический звонок. Как это сделать? Это уже приходи ко мне на большой тренинг, я тебе расскажу. Но, в общем, ты устанавливаешь себе такую фишку, через 30 секунд после того, как человек оставляет заявку, идет ему звонок. И здесь достигается, во-первых, вау-эффект, то есть вау-эффект от того, что ты очень быстро перезваниваешь клиенту. И, опять же, решается вопрос о том, что ты первым будешь разговаривать, ну, если, естественно, этот клиент оставил именно тебе заявку, ты будешь первый, кто будет разговаривать с этим клиентом. По статистике, почти 50% клиентов покупают у первого менеджера, с которым они начали переговоры. То есть в продажах важно быть первым. Но еще остается 50% клиентов, которые не всегда покупают у первого, с кем поговорили. Поэтому вступают еще другие факторы. Какие факторы за счет CRM-системы мы можем использовать, чтобы конвертировать новых клиентов? Ну, во-первых, когда мы поговорили впервые, когда мы только поговорили с клиентом, у нас остается про него вся информация. То есть мы записываем себе в CRM-систему, записываем себе о том, что мы с ним обсуждали, Если клиент прислал нам какие-то документы, то все эти документы тоже будут прикреплены в систему. А когда у менеджера тысячи или десятки тысяч клиентов, он, конечно, в такой ситуации не разбирает. Он всех запомнить невозможно. И в следующий раз, когда мы будем делать с клиентом второе касание будем делать с клиентом, у нас уже, то есть менеджер в течение минутки может посмотреть, о чем он с клиентом разговаривал, и сделать гиперперсонифицированный звонок. То есть он уже будет конкретно разговаривать с клиентом по тем вопросам, которые они с ним обсуждали. Потому что многие вы можете сказать сейчас: Кирилл, да что ты такое говоришь? Так, мы немножко чуть по-другому поедем. Кирилл, что ты такое говоришь? Да я все помню своих клиентов. Да, вы все помните своих клиентов, когда у вас 2 клиента в день. Возможно, вам легко будет запомнить. Но когда у вас 15, 20, а может быть 25 клиентов в день, даже в течение дня тяжело это все запомнить. И плюс еще надо не забывать, что в мозгу появляется такая функция — эту всю информацию стирать. Да, потому что если на протяжении месяца запоминать ситуации с 25 клиентами, то, наверное, мозг может вскипеть и взорваться. Поэтому, конечно же, мы всю эту информацию закрепляем в CRM-систему, и она у нас есть. Третье, что дает CRM-систему, превращая клиентов, которые пришли к нам, то есть трафик, превратить, потенциальных клиентов превратить в новых клиентов.
Это, конечно же, система касаний. То есть мы можем внедрить в нашу CRM-систему достаточно мощную функциональную систему касаний. Ну, например, как только человек оставил нам заявку, мы, естественно, ему перезваниваем. Это первое касание и способ, и канал связи – это звонок. Но параллельно мы сразу можем отправить такому клиенту смс-сообщение, в котором либо после разговора с этим клиентом, либо во время разговора, либо до. Тут тоже надо покреативить, подумать. Но я отправляю до сразу контакты компании и название компании. То есть спасибо, что оставили заявку на нашем сайте. Компания Мультифинанс, такие-то контакты. То есть понятно, что эта смс-ка больше работает на то, чтобы нас именно запомнили и оценили. То есть увидели, насколько функционально, насколько круто мы работаем. Так, сейчас мы тут проскочим. Чуть-чуть придется нарушить, как обычно. Ну, ничего. В общем, то есть третий фактор – это, соответственно, внедрение теории семи касаний, но смс. Потом, естественно, когда мы позвонили в первый раз, мы ставим себе напоминание о том, что менеджеру, надо позвонить второй раз, третий раз, если потребуется, и так далее. То есть в CRM-системе мы себе устанавливаем четкие напоминания, которые, естественно, у нас отображаются. Когда мы работаем со списком клиентов, со списком сделок, мы эти все звонки видим и знаем, во сколько и кому нужно позвонить. Кроме того, естественно, каждый звонок, исходящий и входящий, будет записываться и, естественно, прикрепляться на конкретной сделке. А значит, тот же менеджер, если он забыл, о чем он разговаривал в последний раз с клиентом или что он ему там обещал, то он спокойно может проработать, зайти послушать, проработать еще раз эту ситуацию и звонить опять же супер-мега подготовленным. Что еще важно? С помощью CRM-системы мы можем внедрить скрипты продаж и контролировать, как исполняют их менеджеры. То есть, когда у нас интегрирована телефония с нашей CRM-системой, мы всегда можем контролировать менеджеров, которые, например, плохо продают. Вы увидели, что у какого-то конкретного менеджера плохие продажи. Вы, соответственно, заходите в его сделки, клиентов, по которым он работает, и слушаете разговоры, и смотрите, насколько те разговоры, которые он ведет с клиентом, совпадают с теми скриптами, которые внедрены в вашей компании. И, следовательно, все эти вещи вы можете отредактировать. То есть очень много фишек, которые вы можете внедрить в свой бизнес, установив, опять же, простите за тавтологию, внедрив еще раз CRM-систему. Сейчас тут немножечко у нас догоняет нас КамАЗ, мы его пропустим и будем двигаться дальше. Да, то есть, внедрив CRM-систему, мы увеличиваем конверсию из трафика, который приходит на наш сайт, из потенциальных клиентов или лидов, которые нам клиентов оставляют, мы увеличиваем конверсию. Почему? Потому что начинаем внедрять теорию семи касаний, оперативно обзваниваем клиентов. То есть оперативность, друзья, смотрите, есть такая статистика, что если вы позвонили клиенту в течение 5 минут, то заявка является актуальной. Если вы позвонили в течение получаса, в течение там 30 минут, то заявка уже на 90-95% становится неактуальной. То есть, если у вас в вашем бизнесе не внедрена система автоматического дозвона клиента и быстрого системы дозвона клиента, то будете терять очень и очень много заявок, очень и очень много клиентов у вас будет теряться. Но вы можете сказать: Кирилл, смотри, а если у меня все менеджеры заняты, они не могут в этот момент перезвонить. Ну, давайте с вами такую ситуацию обсудим. У вас не внедрена CRM-система. Сидят менеджеры, занимаются какими-то своими делами важными,
по их мнению, в данный момент, то есть у вас сидят там в офисе 5 менеджеров, 3 менеджера, не знаю, они занимаются вроде как важными делами. Упала заявка на сайта. Вот она упала вам на почту, и она лежит, и ждет, пока кто-то перезвонит. То есть вы реально считаете, что менеджеры, как только у вас пришла заявка, все бросили, побежали к телефону и начали набирать и прозванивать заявку. Нет, такого не произойдет, и в большинстве бизнесов такого не происходит. Поэтому вам нужно сделать так, чтобы если человек оставляет заявку, и она падает на почту, автоматически инициировался звонок, который пойдет именно в офис. А вот просто проигнорировать звонок в вашей компании уже менеджеры не могут. И если они так будут делать, вы можете настраивать себе уже оповещение о том, что в вашей компании был пропущенный звонок. И тем самым вы, естественно, очень мощно увеличиваете эффективность бизнеса, то есть увеличиваете эффективность обработки новых клиентов. То есть CRM-система в этом плане очень сильно может вам помочь, очень сильно может вам помочь в увеличении именно количества новых клиентов. Но, как мы все знаем, а может быть не все знаем, но по крайней мере для многих это не секрет, что успех бизнеса все-таки не в новых клиентах, а в постоянных клиентах, то есть клиенты, которые работают с нами долго. И вот об этом, о постоянных клиентах, мы поговорим вам с вами в другом видео. Меня зовут Кирилл Рыбасов. Если вы еще не подписались на мой канал, то подписывайтесь. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если у вас есть какой-то вопрос, замечание, предложение, дополнение, буду рад их услышать и обсудить в комментариях. Все, меня зовут Кирилл. Удачи, счастливо, пока-пока.